Новый год – это праздник, который каждый из нас ждет с нетерпением. Это радость близких людей, новогодняя елка, подарки. Особенно его ждут дети, которые верят в Деда Мороза и настоящее чудо. Дарить подарки в канун Нового года детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из многодетных, малообеспеченных семей стало доброй традицией для администрации района и сельских поселений, руководителей КФХ и предпринимателей. Самое активное участие в этих мероприятиях принимают сторонники Всероссийской политической партии «Единая Россия». Последние дни уходящего 2020 года в Кашхабском районе проходит очередная предновогодняя акция, старт которой первыми дали глава района, секретарь местного отделения «Единая Россия» Заур Хамирзов и председатель Совета народных депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Брянцев. Они посетили на дому особенных детей, поздравили их с наступающим праздником, пожелали здоровья и вручили подарки. Новый год ждете? Да! Молодцы. Как учитесь, Леха? Хорошо! Хорошо. На пятерке. Да? Да. Это вот такие вам... Уберу. Видите? Подарочки, да? Нет. Это вам нужно. Так, кто самая младшая? Вот она. Это тебе. Что это? Так, это, кто постарше? Это тебе. Она. Леха, а это тебе? Колонка. Да. Колонку. Валентин, давайте вместе. Наушники. Валентин, девчата, молодцы. Радости детей не было предела. Эта встреча подарила им массу положительных эмоций, ведь они так ждут этого дня. Свои подарки по сей день детишкам дарят заместители главы района, главы сельских поселений, руководители различных ведомств. Всего подарки получили 96 детей с ограниченными возможностями здоровья. А в рамках акции подарки детям из многодетных малообеспеченных семей было роздано 670 штук.